Самодостаточность – выбор Приднестровья. В борьбе с коронавирусом помочь может каждый, например, обычное предприятие, которое продолжает работать в условиях пандемии. Сегодня расскажем о Бендерском мясокомбинате. Бендерский мясокомбинат. Полуфабрикаты, колбасы, сосиски, а еще консервы, замороженные фрукты, овощи и рыба. Пример самодостаточности страны. В период карантина предприятие почти не снизило объемов, качество и безопасность под контролем. Для этого мы приняли много мер. То есть усилили дезинфицирующие растворы, усилили обработку помещений, то есть разработали план, график обработки помещений. Людей довозят предприятия, смены привозят с дальних районов города транспортом. При прохождении проходной люди замеряется температура, обрабатываются руки. И пандемия здесь ни при чем. Санитарный контроль – мера постоянная. Дезинфекция, спецкостюмы, бахилы и перчатки обязательны для всех и всегда, кто работает в цехах. В период ЧП экипировку работников дополнили масками. На время карантина мы все так же работаем, чтобы обеспечить продукцией нашу республику. Работаем, соблюдая все санитарные нормы. Стараемся носить маски, меняем каждые 2 часа. Наш цех разделили на 2 группы, и мы работаем по 15 дней. Это сделано для того, чтобы меньше контактировать между собой. Сейчас предприятие работает не в 2, как обычно, а в 3 смены. Применяют бригадный подряд. Через каждые 2 недели бригады сменяют друг друга. Процесс наладили. Также наше предприятие обслуживает практически все медицинские учреждения по ценам ниже себестоимости. Помогают и наши медики. Продукты мясокомбината на столах медучреждений, строгие меры безопасности и в фирменных магазинах. Дезинфекция каждые 2 часа. Маски, перчатки у продавцов, обработка рук после каждого приема денег.